Здравствуйте, дорогие друзья! Это обзор на динозавра из мира юрского периода. Вот, значит, это у нас динозавр. Он хищник. И он у нас 29 сантиметров высотой. Очень большой. И подходит любым куклам для различных фотосессий, комиксов и фильмов, которые делают. Вот, берем куклу, ставим ее книзу, и вот он вот такой величины. Даже немножко больше, чем кукла. Вот, так что на динозавра можно посадить сверху любую куклу. Что мы сейчас и сделаем. Вот, значит, можно посадить куклу сверху и закрепить, она будет прекрасно сидеть. Это у нас динозавр, мегалозавр называется. Вот, значит, он у нас полностью резиновый. Вот. У него сзади вот такой большой хвост. Здесь вот у него идет вот такие вот горбы до самого хвоста. Цвет у него зеленый, сделан он тоже изящно, почти как настоящий. То есть у него все вон мышцы, все это вот здесь вот все есть. Вот он. Такие у него большие лапы нижние, как ноги, и маленькие вот эти вот ручки такие, тоже очень короткие, маленькие, как у таких динозавров. В основном они маленькие ручки. Вот, значит, зубы там есть, все, язык. Вот, можно вот так просто делать. Вот, значит, вот такой вот у нас динозавр, которого я купила для своих кукол, в основном для комиксов моих. Ну и просто так для фотосессии моих кукол. Назвала я его Рекс.